Spoken like a gun at the top of my lungs. We're the underground, we never die. Ты чё, зять, реально флип хочешь? Приехали сегодня на такой спот. Ну как спот? Ну вообще спот сзади находится, такие меню-бокса. Сейчас покажем. Мы приехали ради вот такого вот спота, ради меню-бокса. Но смотрим, прикольные ступенечки. Кита говорит, а сможешь с них прыгнуть? Но там разгона вообще нет. И дамка реально начал делать флип. Я думал, там Оля сделал бонусы, какую-то там фигню, которую легко делать. А дамка реально делает флип. Никита сейчас просто офигевает. Это святыня, это 19 века храм Божий, да? Я знаю. А зачем так? Другого места идите в мечеть тогда. Тем более вы, я не знаю, какой национальности, так нельзя кощунствовать, понимаете, да? Ну, мы не ломаем. Христиане. Что? Христиане. Тем более, зачем так делать, ребят? Других мест нету, что ли, а, мои хорошие? Ну, она да. И так бедная, ее уже, не знаю, как затуркали. Реально, церковь же была. Что, остались мы без твоего флипа? Нет, она сейчас отойдет и доделаем. Да? Да. А, как мне сказали, у вас ноги отвалятся. Ты не боишься отвал ног? Нет, у меня жопа Хороший болит речка. Сильней. О, все там. Черт. Черти. Нет комментариев. Давай еще, ну ладно, хуси. Ой, три попытки. Бог любит троицу, все-таки церковь. Ах, мое очко. Пацаны, вот этот парень продает насвай. Очень качественного сорта, когда хочет, покупайте. Я не продаю насвай, просто данный персонаж очень интересуется этим. То есть он хочет стать будущим барыгой. И из-за этого мне горит свои новости про насвай. Значит, я несу чушь, а они очень умный контент снимают. Подожди, а в смысле? Насвай это очень важно, насвай это полезно. Не курите насвай, как Фернс. И так весь Калининград думает, что я насвай закидываю каждые полчаса. Задолбал собаку. О, мочи! Такое название будет «Катаемся на церкви», да? Новый спот церковь. Бля, такой аутист. Сколько дизлайков? На сайт уже быстро. Блять. Почти, да, давай. Он бросает как-то, у него нога уже на флипе. Еще 2-3 попытки можно, снимем и уйдем. Бир попытка. Ну, то есть, ты не будешь доделать, нас выгнали, да? Нет, он достает камеру, потому что хочет объяснить ей то, что это очень серьезно, это очень надо. Жестко. Нет, я скажу, одну попыточку, пожалуйста. Но она же хочет от нас. А если вы не поставите за такой контент лайк, просто мы все с пацанами обидимся на вас и вообще перестанем делать контент для вас. Потому что мы каждый день выходим, катаемся, снимаем, а вы лайки не ставите. Под последним видео 30 или 40 лайков. Это жесть. Вообще, раньше по 100 набирали. Кто не знал, ну так, просто общий факт. Приехал я сюда к ребятам, и они все пьют колу. И вместе с ними подсел на колу. Каждый день ее покупаю. Просто жесть. Напишите, полезно ли пить колу в таком количестве, особенно как Никита, 3 литра в день. Кока-кола, реклама Кока-коле, нам заплатили. Никто нам не платил. Наконец-то, кстати, у нас потеплело, погода где-то 5 градусов, а до этого было минус 1, минус 2. Мы катались, но буквально по часу чистили флэт-турички и уходили домой. А сегодня, наконец-то, снимаем. Thank you.
me, I got to complain. Telling myself I'll be happy. Next minute I'll be sad, running away. But you say I need to be different. Might be an insecurity driven about the way I've been living. Could be I'm addicted to drinking. Thinking I could have done this and done that better. Is it just me? I avoided hype, so I don't commit to anything. Relationships never had a good one. I always see the bad in everyone in every situation. Maybe that's why I push away those who try to get close. Wish people knew what we are faced with. Through my eyes, true colors show. I'm mature enough to know life goes on. That's how you grow. Life goes on. That's how you grow. Through my eyes, true colors show. I'm mature enough to know life goes on. That's how you grow. Yeah. Life goes on. That's how you grow. Through my eyes, true colors show. I'm mature enough to know life goes on. That's how you grow. Yeah. Through my eyes. I didn't go to therapy for my depression. Sometimes I wonder in life where I'm headed. On the edge of my seat, I'll overanalyze and overthink about everything. My ex is crazy, she be texting the phone. I must confess, please leave me alone. I don't need fake love. Our generation is about hookups. Guess that's why my anxiety is high. And I'm obsessed with these prescription drugs. Yeah, life can suck when you feel stuck. Wishing you had good luck. With my real friends, it's like pretend when you can't trust. I must be trying so hard to fit in. For this dream, you see me still working. The industry is fake. I don't need acceptance. I got everyone in my circle with me. А теперь мы снимем оператора. Вот это данный оператор, который снимал все трючки. Который сидел на холоде, в нулевую температуру и снимал трючки. Был классный день, классно покатались на ступеньках, сделал я новые трюки. Никита показал, что он умеет. Дамка сделал долфин. Бедного Ференца избивают. Избивают. Ференц, он бывший боксер, и сейчас он нам с дамкой прописал вертуху. За что мы не можем постоять? За пожалуйста, обхейтите его в комментариях. Lost hypocrites, lies,